Криворучка. Бля, вообще. Никогда не видела. Ты знаешь, человек, приехавший из Донецка, можно сохранить пачку и положить туда другие сигареты. Всем привет, всем здравствуйте. Я хочу вместе с вами сегодня собраться. Ну, как вы видите, я уже, в принципе, наполовину собрана. Я сделала макияж, как всегда, черные стрелки, большие, толстые, черные, огромные стрелки, как я и люблю в моем стиле. Вот. Мне осталось только вот сделать прическу. Я уже переоделась, вот, воспользовалась парфюмом. И, в принципе, все. Я до этого расчесывала волосы гребешком своим любимым, вот. Ну, как вы видите, сейчас у меня просто тонкий браш, по той причине, что мой гребешок просто сломался. Вот, меня это очень сильно расстроило, но я нашла у себя в сумке с парикмахерскими приблудами вот эту расческу и, в принципе, пока не сильно страдаю на сей счет, вот. Но, тем не менее, я не отказываюсь от своих слов и все-таки больше люблю гребешок для расчесывания именно своих волос. Почему я называю гребешок, а не расческу с большими, там, я не знаю, зубьями там или еще как-то? Потому что мне нравится называть такие расчески гребешок. Вот, вот и все, весь ответ на этот вопрос. Хочу сказать вам такую вещь, что сегодня я готовила спагетти с мясом, вот, и с луком. И еще сегодня я научилась делать манную кашу. Та-да-да-дам, та-дам! Все, можно меня поздравить. Я прошла боевое крещение и научилась делать манную кашу. Вот. Еще я сегодня сделала, раз пошла такая пьянка и манную кашу удалась, я решила сделать сегодня запеканку. Вот. Поэтому сегодня у меня два боевых крещения. Я научилась делать манную кашу и я научилась делать запеканку. Вот. Это моя первая запеканка, которая была не в магазине, не куплено, да, и типа полуфабриката, и приготовлено в микроволновке, да, разогрето, ну вот это вот покупают, чудо, запеканка, да, покупаешь, ставишь ее в микроволновку на 10 минут, и все, та-дам, она готова, вот. То есть нет, это запеканка, которую готовила прям вот я сама, вот. Она, конечно, получилась не красивая, а прекрасивая, да, как с картинки кулинарных журналов, но тем не менее, она весьма вкусная получилась. Еще? Что? А что? Мне надо все бросить сейчас и пойти кормить кашей тебе? Подождешь 10 минут, 15, я не знаю. Я закончу, тогда решим этот вопрос. Потому что я занята, я у тебя спрашивала, могу я сейчас пойти сделать прическу? Ты сказал, что да, что тебе ничего не надо, и я могу. Вот. Я тебе сказала, я могу сейчас пойти сделать прическу? Ты сказал, да. Что? Сиди, значит, теперь жди, пока я закончу, а потом мы решим этот вопрос. Хорошо? Ты же сидел, играл, тебе надо было срочно играть, ты тратил время. Теперь, да, я сделаю прическу, тогда поговорим. Хорошо? Все, сиди, играй, заряжай свой планшет. Еще я хочу сказать такую вещь, что я скачала, так как я жила в Украине давно, у нас война на Донбассе 7-й год, мы жили 2 года в Харькове, и те 2 года я, в принципе, не видела, не замечала как бы такого солидного отсутствия цивилизации. Это необходимо сейчас? Не поднимай ее выше головы, она валялась на полу, она грязная. Что происходит? Почему, когда я записываю видео, ты сразу активизируешься, и тебе нужно странные вещи какие-то делать? А?
а тебе весело. Просто до этого ты сидел, занимался своими делами и просил тебя не отвлекать. Как только я начала заниматься своими делами, прошу меня не отвлекать, тебе становится резко все равно, и ты прибегаешь, я правильно понимаю? Нет, нет. Ну да, я тогда запишу видео, да, я соберусь, пожалуйста. Сиди, занимайся своей коробкой, в чем проблема? Так вот, так как мы... Можно я расскажу свое? Я не понимаю. Мне надо и там, я так не умею. Ты опять, ты издеваешься, опять надо мной? Что вообще происходит? Ты прикалываешься? Почему так, Дамир? Почему так? Почему, когда я записываю видео, я должна одновременно с тобой общаться? Почему я не нужна тебе была все это время, а сейчас нужна? Хорошо, я можно просто запишу видео? У меня уже горло болит. Все, можно, да? Можно? Спасибо большое. Я не знаю, как у вас дети. У меня Дамир, как только я включаю камеру, он резко активизируется. Я категорически не была ему нужна абсолютно. До того момента, как я села делать прическу и записывать видео. Он занимался своими делами, он играл. Я у него спросила, я могу пойти сделать прическу и записать видео? Он говорит, да, ты можешь, пожалуйста, иди. Мне ничего не надо, все нормально. Только я включаю камеру, только я сажусь сюда, все. Этой рукой мне не получается щелкнуть, но я бы с радостью щелкнула пальцами в этот момент. Вот, он сразу активизируется, я ему сразу необходима, ему сразу нужно побегать вокруг камеры, вокруг меня, какие-то странные идеи поделать. Только попробую эту коробку поднести над моей головой. Она будет на мусорнике сразу, я предупредила. Я сейчас серьезно говорю. Только поднеси ее к моей голове. Ты слышишь? Так вот, так как мы жили в Харькове 2 года, когда началась война, ну, мы все прелести прожили, там, такие интересные вот прелести, да, войны, и, значит, муж нас отправил в Харьков, меня, ребенка и мою маму, а сам он остался в Донецке, вот, и он занимался тем, что он единственный работал на семье, и он помогал моему папе и моей бабушке, потому как, ну, как бы, знаете ли, кушать тоже что-то надо, а ни папа, ни бабушка на тот момент не работали, никакую там пенсию бабушка, естественно, не получала, никакие инстанции не работали, вот. Ну, и как бы, что я объясняю, все понятно, то есть он единственный работал, единственный был, так сказать, кормилец в семье какое-то время, поэтому... Он остался в Ясиноватой, работал в Донецке, вот. А мы уехали в Харьков, плюс мы думали, что это все будет, вся эта история будет ненадолго. Он через 2 недели засобирался к нам, но у него ничего не получилось. С приездом он приехал только на Новый год тогда, вот. Потому как начались бомбежки, поезд отменили, и, в общем... Это долгая история, кажется, я ее рассказывала уже. И потом, как он там окольными путями бежал, вот, по окопам и так далее, вот. Он прибежал обратно домой, мои родители были, бабушка и папа, они были в огромном шоке, когда Володя прибежал обратно, хотя сутки тому назад он сел в поезд ехать в Харьков к нам, вот, ну. Ладно, окей. История не об этом. Значит, мы 2 года прожили в Харькове и как бы особо не заметили отсутствие цивилизации, так сказать. Мы продолжали делать покупки в интернет-магазинах по необходимости. Я, кстати, довольно-таки часто сделала заказы в интернет-магазинах. И, значит, о чем я? Что ты делаешь? Рисуешь? Ну ладно. У кого-то коты любят коробки, у меня ребенок, у него огромная страсть к коробкам, вот. У меня в детстве, кстати, тоже была огромнейшая страсть к коробкам. Что я только с ними не делала, что я только с них не строила. Коробок у нас было много, потому как на тот момент мы переехали с севера России в Ясиноватую, и у нас было очень много там каких-то... Мы обживались, у нас были покупки, то холодильник, и большая коробка, естественно, мне, то телевизор, и большая коробка, естественно, мне. Вот, и поэтому мы потихонечку обживались, и коробок было очень много, и все эти коробки доставались мне, я там строила и стены, и свой кабинет, и больницу, и чего только у меня не было благодаря этим коробкам. Так вот, о цивилизации. Я делала часто заказы в интернет-магазинах на тот момент, и потом я 2 года прожила, 4 года мы потом прожили в Ясиноватой, 2 года в Ясиноватой, 2 года в Донецке, вот, я прожила. Володя же
Последние полгода он жил как бы отдельно в Находке, он переехал первый, что, так сказать, поехал на разведку, потому как ехать рисковать вместе с ребенком, всем вместе, сразу, это было очень рискованно, вот, потому как один еще пробьется, а когда мы все вместе, очень тяжело, не дай бог не будет денег, как бы, да, ребенка, извините, кормить надо, вот. И, значит, делать документы тоже, как бы, ну, одному легче, чем всем вместе сразу, поэтому у нас на всех вместе сразу денег не было, Володя поехал первый, а потом уже присоединились к нему и мы. И значит, последние 4 года я жила в ДНР, где цивилизация отсутствует. И тут я приезжаю сюда, и у меня уже есть приложение Zoom, у меня есть приложение Dodo Pizza, и у меня есть приложение Sushi Master. И, честно говоря, я прям не нарадуюсь. Во-первых, у меня там уже в корзине заказ на 11 500 в Zoom. Во-вторых, я так хочу заказать себе пиццу, суши и прочее. Я не знаю, я в таком восторге от этого. Для кого-то это обыденность, для кого-то это каждый день, для кого-то это нормально заказывать пиццу или суши, или делать покупки в интернет-магазинах. А для меня это то, чего у меня не было настолько давно, и то та обычная вещь, та обыденность, которая для кого-то вот обыденность, как я уже сказала, меня эта обыденность радует. Господи, наконец-то можно делать заказы в интернет-магазинах. Наконец-то можно заказывать пиццу, наконец-то, все эти вещи, которые и так у нас когда-то были, и которых нас лишили, у меня постоянно волосы запутываются за сережки в левом ухе, у меня в левом ухе сверху кольцо стоит, потом раз, два, три гвоздика и обычные черные сережки круглые, которые я ношу с 17 года. Там скорпионы нарисованы, вот, кстати, они еще никуда не делись, рисунок до сих пор остался, вот. Мне их подарил Володя, я, честно говоря, думала, что долго они носиться не будут, вот, я их сама, в принципе, выбрала. Я думала, что они или облезут, или что-то с ними произойдет, но нет, с ними ничего не случилось, и они продолжают меня несказанно радовать. Что еще, значит, я хотела сказать? И вот эта вот обыденность, которая у меня не была давным-давно, 4 года, как бы, да, без элементарных вещей в духе, как бы, когда в Харькове жили, у меня было много карточек с банка. У меня был Райффайзенбанковаль, у меня был Приватбанк, у меня был Банк Михайлевский, у меня была карточка А-банка, то есть у меня была кредитная. У меня было достаточно карточек, достаточно у меня было всяких дисконтных карт с магазинов, вот. Я покупала технику там, я не знаю, использовала дисконтки, я ходила за косметикой. Мне там магазин делали, да, Дамирчик, говори. Что? Здорово, я сейчас закончу с прической, я присоединюсь к тебе, ты мне все расскажешь подробно. Так вот, для кого-то это все обыденность, а у меня этого так давно не было. Все эти банки, все эти дисконтки, ты идешь в магазин, тебе, может, куда-то подарок сделают в магазине. Вот, меня очень радовало, когда мне что-то по акции доставалось в Еве или в Просторе. А у меня это вот столько лет не было всего, и у меня вот эти вещи, которые я же говорю, для кого-то они нормальные, обычные, есть каждый день в их жизни. А для меня это так странно и так в новинку. У меня появилось приложение с такси. Я всегда вызывала просто по телефону такси, а сейчас я пользуюсь приложением такси Максим. Вот. Максим. Вот, и ну, меня это, блин, радует. Ребенок наблюдает за тем, как к нам подъезжает машинка в приложении. У нас этого всего не было. И, ну, то есть такие вот обычные вещи, которые нам сейчас доставляют огромное-огромное удовольствие. Вот. Кто-то это не ценит, для кого-то это, ну, так. Ну, есть и есть, вот. А для нас это прям радость, что вот у нас такое вот сейчас есть.
Что еще хочу сказать? До сих пор пользуюсь тем самым кремом Маруся, который для всех типов кожи. В нем есть масло ши и масло маноида таити, смягчает кожу рук и укрепляет ногти. Масло оливы и витамины в составе продляют молодость кожи, восстанавливая защитные функции. Вот. Также он оказывает антибактериальное и заживляющее действие. Легко наносится и полностью впитывается. Крем густоватый, но он действительно наносится легко и очень хорошо впитывается. Что еще хотела сказать? Я хотела сказать, что сегодня мы планируем идти в магазин Fix Market. Я хочу немножечко с косметикой вот потариться. И сегодня мы также идем в амбар. Собирались вообще в светофор, но мне нужна была косметика. Поэтому я сказала мужу, что а можно мы пойдем в Fix Market? Вот. И он сказал, что мы тогда пойдем скупляться в амбар, потому как светофор, который хотел пойти, он как бы в другой стороне находится. Вот. Там, естественно, из Fix Market никто в другую сторону не пойдет. Поэтому так, как оно есть. А, что еще я хотела вам сказать? Что я хотела сказать? Что? Ага, значит, я сегодня целый день смотрю видео, с утра посмотрела Самвела трансляцию, несказанно порадовал тем, что пел на трансляции, наконец-то я услышала вокал Самвела, телефон, наверное, по традиции упадет, нет, не упал. Значит, наконец-то услышала, как Самвел поет, соскучилась уже по его вокалу, вот давно не слышала, значит, что еще? И сегодня целый день смотрю видео Ксении Ти-Эль-Ви. Вот, очень я люблю эту блогерку, не смотрела ее, наверное, год. Вот я сейчас серьезно. Я ее смотрела, по-моему, когда только начало теплеть и начиналось лето в прошлом году. Давно я ее не смотрела, она мне очень радует, и она мне очень радует, знаете, чем, что мне вот больше всего мне нравится, то, что она живет ни на кого не оглядываясь, для нее самое главное мнение, это ее мнение, вот, самое главное для нее, это ее семья, вот, и она не оглядывается ни на кого, ей плевать на всяких там хейтеров, ей плевать на плохие комментарии какие-то, она молодец, у нее настолько стойкий характер, она такая сильная духом, вот, и еще мне очень нравится ее мнение на многие темы, вот где вот мне не хватает немножечко там мудрости, еще чего-то, я там вот не знаю, как вот мне быть с каким-то вопросом, вот, я всегда обращаюсь к ее видео, потому что мне кажется, что когда она снимает свои ролики именно на такие вот философские темы, мне кажется, она уже поговорила просто обо всем, о чем, да блин, ворсинки, ворсинки от вот этой штуки. Я люблю салфетки, которые не оставляют ворсинки мне на очечах. И все никак не могу найти такие. Либо они сначала не оставляют ворсинки и начинают делать это потом. Так, как бы тебя так... О, придержим вот так. Положу салфетку. И закрою сумку. Отлично. Значит, либо же они сначала не оставляют никакие ворсинки и начинают оставлять эти ворсинки потом. Что еще? Спасибо, что собрались со мной, спасибо, что послушали меня, вот. И еще раз скажу про Ксению, я ее обожаю. Сейчас я смотрю ее видео, как проходят ее дни во время карантина, чем она занимается, что делает, как не унывать и не сходить с ума. И вот она рассказала такую вещь, которая поддерживает меня многие годы, скажем так, которая поддерживает сейчас меня, потому что сейчас, во-первых, мы все сидим на карантине, и я плюс сменила сейчас свою деятельность я работала в больнице, сейчас я сменила свою деятельность я домохозяйка, мама, я сижу дома, вот, и забочусь о своей семье, об уюте в доме и так далее, то есть я сижу дома сейчас, и для меня это тоже, то, что она сказала, огромная вот помощь и так далее, плюс, когда я была фрилансером и сидела год дома, работала из дома, и находилась практически все время одна,
Мне это тоже очень помогало. Так вот, какой она дает совет, чтобы не унывать во время карантина? Она говорит, что нужно просыпаться, как всегда, по будильнику, не засыпаться, да? Просыпаться, как всегда, по будильнику, и не надо вот кочевать в ванну, кушать, а потом обратно в кровать в своей пижамке. Нужно переодеваться, нужно идти в душ, мыться, бриться, собираться, краситься и так далее, и переодеваться в одежду, в обычную, уличную, да, делать легкий макияж, делать прическу, вот, и, то есть, когда ты уже не в пижаме кочуешь, а когда ты собранная, вот ты собралась, да, тогда это тебе будет давать какой-то вот щелчок на то, что все, начинается новый день, нужно работать, нужно что-то делать, не спать, то есть пижама, она как бы расхолаживает. Еще я слышала такое мнение от Ксении Ангелофрении, что когда ты худеешь, она недавно вела трансляцию о том, как не набрать вес во время карантина. Так вот, она сказала, что когда ты худеешь, очень большая ошибка многих женщин, это то, что они носят пижамы. Вот сейчас во время карантина мы носим пижамы. И надо хотя бы изредка, если вы не хотите носить обтягивающую одежду или там джинсы по дому, а хотите ходить в свободной одежде, нужно хотя бы периодически, вот каждый день брать и взвешиваться, чтобы контролировать свой вес. И также нужно хотя бы примерять свои джинсы. Потому что пока мы находимся в пижаме, мы не видим изменений нашего тела. Во-первых, меньшая активность. И наше тело, наша пятая точка, становится более рыхлыми, чем обычно. А во-вторых, ну, у тех в особенности, кто вот ходит в пижаме целыми днями и кушает, да? Что когда ты находишься в пижаме, ты не чувствуешь, может ты... А? Может, ты отекаешь, может, ты набрала. То есть такого вот четкого ощущения, понятия, что происходит с твоим телом, нет. А извините, как ни крути, карантин закончится, начнется лето, и хочется быть красивой, хочется быть в форме, а не вытаскивать из своего убежища жирные опухшие телеса. Нужно все равно держать себя в форме, несмотря на тот факт, что мы находимся на карантине. Так вот, Ксения Тельви советует, когда мы просыпаемся, сразу скидывать с себя пижаму, принимать душ, переодеваться в обычную одежду и делать дела. Также она советует, она сейчас готовит, она сейчас так много готовит и старается делать что-то замысловатое, что-то подольше и на каждый прием пищи, чтобы как-то скоротать это время. И я ее очень понимаю. И мне очень интересно смотреть, что же готовит такая женщина. Потому что мне, допустим, Ксения Тельви очень нравится. Она восхитительная женщина. У нее всегда куча энергии. Она всегда в делах. Она очень клево выглядит. Она очень стильно одевается. Мне очень нравится ее позиция, ее философия жизни. То, как она воспитывает свою жизнь. Именно вот это самое осознанное материнство. Я в восторге от нее, вот серьезно, от Ксении Тельви я в огромном восторге, и дело в том, что мне ее советы помогают, дело в том, что я сейчас вот смотрю, и для меня такое ощущение, что я просто вовремя открыла ее канал, потому как вот оно прям вот дорога ложка к обеду, да, вот это вот то самое, вот они сейчас мне ее видео попались вот прям в тему, вот в нужный момент, в нужный час, и я хочу сказать, что она сейчас готовит очень часто, и я беру на заметку, так сказать, мотаю на ус ее рецепты, потому как они неординарные, они вроде бы простые, обычная простая домашняя еда, но при этом они очень интересные, очень неординарные, разнообразные, как ни крути. Даже в своем однообразии, когда она готовит один рецепт за другим пасты, она делает это по-разному. И, то есть, я беру себе на заметку ее блюдо. Также она показывала, как печет хлеб из цельнозерновой муки, что тоже очень интересно, потому как сидеть есть белый хлеб, который не приносит тебе ничего, кроме как лишние килограммы, а польза от него буквально ноль, ну, такое себе. Вот, поэтому я обязательно попробую приготовить хлеб по ее рецептам. Ну что ж, друзья мои, в принципе, сказала, кого смотрю, тем восхищаюсь, что интересно на данный момент, сделали вместе прическу. Я сейчас отправляюсь к Дамиру играть, кормить, что он там хочет, вот, потому как я же говорю, что я у него спросила, я могу быть свободна, я могу идти собираться, он говорит, да, и тут вдруг раз, как только я ушла, ему сразу понадобилось, ну, дети такие дети. Что ж, друзья мои, все, до новых встреч, мы сегодня в магазин, а вы, я думаю, отправитесь вместе с нами, как всегда. Пока-пока!